А как звучит твое имя? Александр. Ты можешь говорить? Да, могу. Я хочу уехать домой к маме. Этого назад! Он все еще говорит. Пожалуйста, я не хочу быть орликом. Отпустите меня! Тихо! Вы наигрались, мальчики? Теперь платите. Мальчики? Так вот что! Паникер! Ха! Жук-паникер. Будто с нами что-то случится. Совесть. Ерунда. Мелет всякую чушь. Как ты станешь настоящим мальчиком? Как он меня обозвал? Глупым ослом? И он был прав. Ага, а ты смеешься, как осел. Это что, был я? Ой! Что это? Что происходит? Я заколдован! На помощь! Кто-нибудь, помогите! Я пропал! Спасите! Умоляю, выручи меня! Ну, будь другом, позови жука! Кого-нибудь! Мама! Мама! Ой! Я пропал! Только бы успеть! Ой! Что со мной будет? Джимми, помоги мне! Надо бежать! Там все мальчики стали ослами! Ой, ты тоже! Бежим скорей, пока не стало хуже! Сюда, Пиношка! Здесь есть выход!